Кентуха на проводе. И прямо сегодня покажу топ-3 самых дорогих аккаунтов Stand Off 2. Поэтому, ребята, прямо эту секунду прожмите огромнейший лайкусик и подпишитесь на мой канал, потому что прямо сегодня покажу 3 нереально дорогих аккаунтов. Поэтому, ребята, наливайте чаечек, берите конфеточки и чики-бомбони, пу-пу-пух, поехали! Большой побежон, потом братик, лайкусик и подписочка. Ну а мы, ребята, прямо сейчас переходим на аккаунт номер 1. Это самый дешевый аккаунт. Имя Пушкарь, тут все нормально. Смотрим профиль. 1.28 кд, 70% побед, ребята, киберспирт не пропьешь. Союзника что у нас? 4.40 кд. Ну самое-самое интересное вы прямо сейчас увидите, знаете почему? Потому что в общей статистике тут всего лишь 97 часов. Обалдеть! И прямо сейчас, ребята, если вы стоите, то лучше присядьте, потому что чики-бомбоня. Почитаем личное сообщение. Что ж там пишут? Пыжи, 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 заметь. Заметил, дорогой ты мой. Пыжи, купи USP Find. Я выстрел за 500 голды. Слышь, братан, ты знаешь, сколько его листать? Конечно, нет. Можешь купить АКР Некромансер. Ха-ха. Блин. Чисто одни попрошайки в личных сообщениях. Ну ничего, ребята, погнали в инвентарь. У нас в инвентаре 1500 предметов. Давайте смотреть, что же там. Первое, что мы видим, когда сходим в инвентарь, мы понимаем, что тут какой-то бардак. Очень много всяких рарок, камонок, анкамонок, статреков, эпиков. Зачем нам все это? Нам нужны только арканы. И тут их, ну прям очень. И еще раз, очень-очень много. Переходим, ребята, в наклеечки БК. Сколько у нас тут БК? Так, тут две штучки на рынке и 3 штучки на инвентаре. Просто так вот на ровном месте у нас 30 косарей голды. А, стоп. 5 на 5, 25. А, ну 25, ребят, ну поправочка. Ну ё-моё, я школу закончил 1 000 000 лет назад. Еще одни арканы. Ну е 30 голодей. Ну вы совесть имеете. Так, на рыночке этих аркан нету, зато есть в инвентаре еще 3 штуки. Это еще плюс 3 косаря голды. Так, ребята, пристегнитесь, мы взлетаем. Вот эти вот, я не знаю, как они называются. Zen Chip Color. Ну, короче, ребят, вот это и не я, не вы поняли все, как надо, чики-бомбони. У нас их тоже 2 штучечки, каждая из которых стоит по 1200 голды. И у нас очень, ну прям очень много разных легендар. Сколько стоит 300 голды, и у нас их... О-о-о, ставочки снимаешь, вот она, богатая жизнь! Уважаемые, я немного, ребята, пропустил. Ребята, только что голос свыше мне подсказал, что я пропустил вот эту наклеечку, она стоит 20 тысяч голды. Вот так вот люди живут! Агенты, прокурорю, ребята, не ищи! Не ищи! У меня всего лишь 500 тысяч голды на счету. Ну тут мы поняли, все как положено, все как надо. А сколько стоят вот эти вот наклеечки, потому что я смотрю их прям очень-очень много. 400 голды, и у нас их... Обалдеть! У нас их штук, наверное, 60, а то и больше. Вот это понимаю, ребята. Кто закончил второй класс в школе, напишите, сколько это будет, ребят. Ну, умножьте там все, ну, чики-бомбони. Ядрить, колотить. Пошли эпики. Кстати, мне вот интересно, сколько стоит вот этот вот эпик? 1249 голды, а у нас их тут... Ого! Вот это люди живут! Апл! Ля, пошла Хэллоуин коллекция. Ребята, просто присядьте, если вы стоите. 8000 голды? Что? 8 костерей голды? Не-не-не-не-не-не. И это самый дешевый аккаунт. Вам не послышалось. Это самый дешевый аккаунт. Вот так вот выглядит. Обалдеть. Одна наклеечка стоит 8 костерей. Сколько наклеечек у нас тут? 5, 10, 15, 16. 16 умножаем на 8. Сколько было? Больше 100 тысяч голды. Я просто в шоке. Окей, идемте дальше. Так, сколько стоят вот эти наклеечки? По 1000 голды, и у нас их... У нас их тоже, ребята, штук, наверное, так 25, как минимум. Обалдеть, вот это инвентарь! Я уже, ну вот эту пыль даже не нажимаю. 400 голды, ребят, ну разве это наклейки? Разве это наклейки? Так, стикер с нот, он вроде дорогой. 8 косарей, и у нас их тоже 2 штучки. Нормально. Вы посмотрите, как много, ребята, у нас этих наклеечек граффити 5 Splash. Поэтому мой совет, закупайте их тоже. Если трейдеры их покупают, если трейдеры их покупают, то значит вам тоже надо покупать. Они будущее будут стоить очень дорого. Они уже сейчас подорожали, они стоили 17 голды. Уже 19, ребята, на 2 голды подорожали. А потом, лет так через 10, они будут стоить 1000 по 20 голды. Запомните мои слова, внучки. Вау, вот это богатая жизнь! Ничего себе, сказал я себе! Обалдеть! Обалдеть! О, начались арканы! Арканочки начались, давайте смотреть! Что я вижу? Origin кейсичек, который стоит 600 голды! Ну, чему сказать, ребята? Хэштег богатая жизнь! Дальше у нас есть P90 Iron Will. Что?
А, они стоят по 140 голды, я понял. Ну такое пыль, ребят, чистый кое, сходите в магазинчик скупиться. А теперь давайте-ка мы перейдем на рыночек, на рыночек. Что? Что? У нас есть наклейки, которые стоят 50 тысяч голды. У нас есть целых две штуки. Как вот это может стоить 50 тысяч голды? А во-вторых, откуда на аккаунте еще эти наклейки? Блин, вот я могу ошибаться, но кажись, этот аккаунт стоит больше 1 миллиона голды. Он 100% стоит больше 1 миллиона голды. М40 Monster тоже есть? На этом аккаунте есть вот такой замечательный М40 Monster. Что? Вот это я понимаю. Я понимаю, что я ничего не понимаю. У нас есть М9 Bayonet Dragon Glass. Вау! Обалдеть! Блин, ребята, прожмите плюсик в комментариях, кто хотел бы себе такой же самый аккаунт. Вот просто плюсик прожмите. Также у нас есть стикер фит на рыночке. Ого, у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 таких наклеечек, каждый из которых стоит по 8 косарей. 6 на 8, сколько, ребята? 48. 48 тысяч голды только у нас в этих наклейках. Обалдеть, как же все это дорого. И вы понимаете, это самый дешевый аккаунт. И я, ребята, забыл самое главное. Snow Queen. Что в переводе, ребята, сын или ша значит? Снежная королева, кто понимает, тот понимает. 75 тысяч голды. Но на самом деле 75 тысяч голды это очень дешево, потому что все остальные их продают по 700 косарей голды. Поэтому 75 это, ребят, халява, кому надо, закупайте. Переходим в аккаунт номер 2. Мне очень интересно посмотреть, что же будет на втором аккаунте. Поэтому, ребята, пристегнитесь, и мы поехали! Опа! Аккаунт номер 2! 2! Прямо сейчас, ребята, вы такое видите! Вы такое видите! Вы просто будете в шоках! Так, ну для начала посмотрим по профилю. 0-0-0, 345 кд. 14 часов онлайна. Да, ребята, немного, но я сейчас вам покажу, что же это за аккаунт. Но перед этим, давайте-ка мы посчитаем личное сообщение. Спасибо за дуэль, за пинг стори. Дай голду гриб. Вот тут я, ребята, согласен. Гриб, дай голду, ребята! Хэштег в комментариях, гриб, дай голду. Паже. Привет, ты реально ему дашь очки? Не отдавай ему. Ну ладно, сам знаешь, дангер. Так, ребят, я что-то ничего не понимаю. Какие это очки? Ха-ха, да ладно, я шучу, я все понимаю, ребята. А вот эти очки, это не фотошоп. Это не софт, это реальный аккаунт номер 2. Это самый другой аккаунт в истории Стена 2 под номером 2. Я просто вот не верю, у меня нет слов. Ребята, тычки Harmony, они настоящие. Я сейчас аккуратненько их поставлю на продажу за 400 тысяч голды. Раз, два, три. Вот, прям сейчас максимально аккуратно, ребят, поставил так, чтобы я случайно не продал. 400 тысяч голды. Это настоящие тычки, которые я могу выставить на рынок. Кому с ними поиграть, ему с ними делать все, что хочу. Тычки Harmony! Harmony! Да вы понимаете, что это означает, ребята? Это означает хэштег богатая жизнь, хэштег успешная жизнь и так далее. Так, ну что, вот тычки Harmony и самое главное, 183 тысячи голды. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, я надеюсь, владелец этого аккаунта будет не против. Я чисто одну штучечку хочу открыть. Блин, вы понимаете, 183 тысячи голды, плюс еще тычки Harmony, которые стоят 500 тысяч голды. Обалдеть. Так, перчаточки. Перчаточки у нас целых две штучки, Чион Шип и Феникс Райзен. Ну, тут все такое по дефолту. Так, листаем вниз, и я вижу стикер Биохазард. Короче, ребята, как правильно считается, напишите в комментариях. Потому что я, честно говоря, сам не понимаю. Проверяем сколько. Обалдеть! 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 57 штучек. Каждый из которых стоит по 1200 голды. Как вам такое, Илон Макс? Как тебе такое? Обалдеть, ребята! Плюс, помимо этих наклеечек, у нас еще есть стикер Зона 9 Project. Тут, ребят, наклеечки стоят по 800 голды, и у нас их тоже, тут их очень много, у нас их тут штук 22. Так, ребят, проверим запросы на рыночке, мы запросы на продажу, и у нас продается AKR Dragon за 95 косарей. Я что-то тут не понял. Я не понял, Руфла, что так дорого? Что за цены-то? Теперь все стало на свои места. Я понимаю, почему это 195 косарей голды, потому что каждый из этих наклеечек стоит по 50 тысяч. Все, ребят, поэтому если случайно у вас есть лишняя почка и много-много денег, то можете вот просто взять и купить вот этот вот AKR Dragon Star Trek. Я просто в шоках, ребят, на аккаунте 12 часов. На нем есть тычки Harmony,
183 тысячи голды, крутой Card Dragon и куча крутых дорогих наклеек. О, а давайте посмотрим, за сколько были куплены тысячи Harmony. Ради интереса, тысячи Harmony. За сколько они были куплены? А ну-ка. За 136 тысяч голды у какого-то школьника с аватаркой Stand of 2. Почему это был не я? За 136 тысяч голды? Я не понимаю. Как можно так дешево ловить? Трейдеры, что я делаю неправильно? Я тоже хочу шоколадку! Ну что, ребята, я думаю, этого пока что хватит. Прямо сейчас мы переходим к аккаунту номер 3! Пау! Прямо сейчас самый дорогой аккаунт, который стоит как твоя квартира. Квартира твоего одноклассника и квартира... твоей квартиры! Это прям самый другой аккаунт. Ну шо, ребята, что мы видим первое? Это ник Пеппа. Смотрим профиль. Что у нас по профилю? Ай-яй-яй-яй-яй. 1.44 кд. Союзничка, что у нас? 1.34 кд. Так, ребят, ну маловатенько. Ай, в общей статистике у нас 3.05 кд и 312 часов. Это прям неплохо. 300 часов. Давайте посмотрим, какой же аккаунт можно приобрести за 300 часов. Но перед этим посчитаем личное сообщение, потому что тут их целых 5000. Я не понимаю, откуда тычки Harmony. Я еще не понимаю. На этом аккаунте тоже тычки Harmony или что? Можно, у тебя купили тычки Harmony. Я чуть ничего не понимаю, что происходит? Расскажи, пожалуйста, я видел у тебя тычки Harmony, как ты их получил? Получил. Рассказывай, инструкция, зашел на рынок, поставил запрос на покупку и получил. Изи. Ну а прямо сейчас мы, ребята, переходим в инвентарь, это прям нечто. Ой-ой-ой-ой-ой. Первое, что могу сказать, тут всего лишь 236 предметов. Это, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, плохо. Во-вторых, тут наклеечки Snow Queen. Что? Эти наклеечки стоят, ну, тысяч, так, наверное, 200 голды каждая. И их тут 4 штуки. Это как минимум хэштег непогано. Уже миллион голды. Вот я зашел на аккаунт, я ничего не делаю, я уже вижу, тут есть миллион голды. Дальше на аккаунте 39 кусков. Ого! А откуда? Очень много разных аркан, чармов и так далее. О, оранж-кейсички, сколько их штучек? А ну-ка. Так, 2 штучки на рынке и в инвентаре тоже еще 6 штук. 8 оранж-кейсичков, каждый из которых стоит по 6000 голды. Я не знаю, что сумасшедший будет покупать за 6 косарей кейсичек, но тем не менее, они стоят 6 косарей. Так, Хэллоуин стикер-паки. Что я могу по поводу них сказать? Ребят, я могу сказать только одно, что тут их тоже очень много. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Хэллоуин скирпаков, каждый из которых стоит по 7000 голды, то есть это уже сходу 77 косарей голды. Чармпаки, их тут тоже 1, 2, 3, 4, 5 штучек. Ну, чармпаки не такие дорогие, но тоже по 1,5 косаря стоят. Так, а вот теперь-то, ребята, пошел контент по трубам. Считаем перчаточки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9 перчаток. Ой-ой-ой-ой-ой, Сашки, снимаешь? Что? Керамбит Голд? Керамбит Голд? Обалдеть. Тут, ребята, Керамбит Голд, это не шутка, это не сон. Керамбит Голд плюс очень много разных ножичков. Очень много всего. Вот она, хэштег богатая жизнь. Вы посмотрите на наклейки. На наклейки посмотрите. Это обычный Card Dragon, который стоит, ну, наверное, прям очень-очень дорого. Обалдеть. Так, ребята, идемте вниз. Идемте вниз, потому что мне кажется, снизу еще много всего интересного. Так, ну это, ребята, обычный такой типичный ESP-диаметр, ребята, самый-самый обычный. Дальше у нас тут есть АВМ Спорт V2 с 4 такими крутыми наклеечками. Я тоже хочу этот АВМ Спорт V2. Я тоже хочу голду. Ребята, кто может помочь голду? Я нищий. Пожалуйста, напишите в комментариях, мне будет очень приятно. Обалдеть, какие же крутые наклеечки. А вы посмотрите наклеечки на дробашник Романсер. Тут, блин, на все крутые наклеечки. Вот на каждый скин реально крутые, классные наклеечки. Так, идемте вниз. Даже на М40 Вейк! Вот такие вот наклейки. А на Desert Eagle, ребята, наклеечки инь-янь, они прям очень дорогие. То есть вот этот Desert Eagle стоит 6000 голды. Он стоит дороже, чем статрек Якудза, потому что на нем реально крутые, дорогие наклейки, плюс еще брелок. А вот это АКР Спорт. Обалдеть!
Просто обалдеть! А вот этот Фабм, я вообще не понимаю, кто на эти рарки клеит такие дорогие наклейки? Я уверен, что этот трейдер, он не клеил наклейки на этот Фабм. Он уже купил его с этими наклейками. Кто мог на эту рарку приклеить? Братан, или ты клеил? Это я клеил. Это стиль. Неловко вышло. У меня к тебе только один вопросик. Пушкарищик, только не говори, что ну ESP. Фил, ты тоже клеил. Это подарок от подписчика. Главное, чтобы потом за такие подарки мама подписчика с дома не выгнала. А вот это тоже подарок. Это тоже подарок от подписчика. Да, все вот эти комонки, анкомонки с наклейками. А кто мне еще подарит? Ребята, кто же мне подарит какой-то подарок от подписчика? Я буду очень сильно рад. Пожалуйста, подарите мне. Так, идемте вниз. Так, кажись, сейчас будет какой-то трешничок. Такими наклейками ты нас уже не удивишь, дорогой ты мой. Мы эти наклейки видели еще на самом первом аккаунте. Да, их тут много штук, наверное, 60. Но ты меня не удивишь. Давайте дальше. В самый низ. И я вижу... Я не понял, а где вся эта богатая жизнь? Надеюсь, она на рынке. Мои запросы... Вот тут-то все стало на свои места. Запрос на продажу 5-7 Poison за 90 тысяч голды. Все, ребят, я-то думаю, как это аккаунт самый дорогой, на нем самые дешевые скины. Все, я понял все. Вопросов нема. АВМ Treasure Hunter за 200 косарей голды. Ребят, кому надо по дешевочке, покупайте. Я просто в шоке. 200 косарей голды. АКР ТХ с 4 эпиками с Queen коллекции стоит 50 тысяч голды. Я в шоке, я уже не знаю, ребят, вот эти все 3 аккаунта стоят, наверное, 5 миллионов голды, не меньше. А Кертуерс, который стоит 40 тысяч голды. Просто ваше предположение, что же находится на этом Акэре Туерс, так? Это не арканы, но очень дорогие эпики из Хэллоуин коллекции. Понял, принял. Гифтбоксик, 39 косарей. Ого! 39 косарей гифтбоксик. Смотрим на второй АКР Туерс. Вот этот прикол. Вот АКР Туерс пыль. А вот это, ребята, АКР Туерс. Нормальный подвижон. Нормально, ребята. Кто бы присел бы на АКР Туерс плюс чат. Дезерт Игл Якузы. С 4 наклеечками. Ну, дорого. А чё так дорого? Я не понимаю, ребят. Он же дешевле стоит. Он стоит... А, 15 косарей стоит Дезерт Игл Якузы сатрек. Обалдеть, он подешевле. Ничего себе. Кажись, я отстал немножко во времени. А в Энгенезис, который стоит 17500. На нем вот такие вот наклеечки. Кстати, эти наклеечки идеально подходят по дизайну на этот АВМ Генезис. Идемте дальше. Что я тут вижу? Ребят, я тут вижу Origin кисечки. Да ты шо, 2 штучки на рыночке. Вижу стикер Хори Гост за 9900. И вижу еще Сакура за 15 косарей. А чё так дорого? Ничего себе Сакура стоит по 15 косарей. Обалдеть, не встать. Если меня смотрят трейдеры, то имейте в виду, надо делать все так же, как на этих аккаунтах. И вы будете такими же богатыми, как владелец этого аккаунта. Стикер Фрости Шторм стоит 20 тысяч голды, и тут всего лишь 2 стикера. Ну такое, ребят, ну мы уже поняли, что это тупо перхоть. Мы видели и подороже. О, мне вот интересно, как вы думаете, что за наклейки на этом M16 Faceit? А ну-ка. Блин, тут целых 2 наклейки, ребята. Ну, кто хочет чуть-чуть богатой жизни, но у вас ничего нету, купите вот этот M16 Faceit, у вас будет M16 Faceit самого богатого человека в Standoff 2. Ну что же, мои сладенькие и любимые побежунчики, прямо эту секунду прожмите огромнейший лайкосик, напишите, какой аккаунт вам понравился больше всего, какой аккаунт вы хотели бы себе. Также, ребята, если хотите получить совершенно бесплатно эту наклеечку, ссылочка на мой телегу в описании. Перешел, подписался, братуха, это приказ выполнять. Ссылочка в описании, перешел, подписался, там будут халявные промики, халявные розыгрыши и так далее. Также подпишись на мой YouTube каналчик, не забудь. Прожми лайкусик, напиши любой хороший комментарий. С вами был ваш Кентуха, колите его в ухо. Всем удачи, хорошее настроение, всем пока! Ссылочки на Пушкарика в описании.